Ты сейчас не в себе. Это же я, Нейт. Хватит. Ну, прекрати. Ты сейчас не в себе. Успокойся. Ладно. Сам успокойся. Иди стоп, сюда. Стоп, не надо. Лучше не вынуждай меня. Иди сюда. Это же я, Нейт. Хватит. Ты просто не в себе. Ну, прекрати. Хорош. Хорош. Бить мне морду. Ты просто не в себе. Ты сейчас не в себе. Я не трону тебя. Стой. Это же я, Нейт. Хватит. Чарли, стой. Хватит. Чарли, когда? Господи. Чарли. Он его убьет. Чарли. Чарли, ты что? Отойди! Стой! Чарли, ты убьешь Нейта! Чарли, слушай меня, ты убьешь Нейта! Чарли! Господи! Как ты? Дай помогу. Нормально. Вставай. Все нормально. Нейт, 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 прости меня, дружище. Я... В расчете. Погоди-ка. Ты что, правда хотел пристрелить меня? Как бешеного пса? Да уж. Ну, еще попытка. Я иду первым. Вот ведь. За мной. Нет уж, я тебе спину не подставлю. После вас. Ха. Ну, класс. Приставишь мне дуло к затылку и начнешь вещать про кроликов. Мальчики, не ссорьтесь. Ладно тебе. Уже почти все. Ладно, надо идти. Нас будут искать. Вот это да! Это глобус! По-моему, он должен вращаться. Это не просто гробница. Вся комната какой-то древний механизм. Где мой блокнот? Ты его сам долбу-то отдал? Что? Да брось! И пушку тоже. Вот дерьмо! Надо придумать, как его повернуть. Смотри, канал! В них вроде вода должна быть. Нашел лестницу. Видите что-нибудь? Вроде их можно зажечь.
какие-то проекции. Они отмечают места на глобусе. Зажжем остальные. Еще две. Еще одна. Последняя. Удивительно. Но лучи ни с чем не совпадают. Ищем, ищем. Эй, эй! Это вода? Не уверен. О, нет. Скажи мне, что ты тоже их видишь. Еще как вижу. Главное, не подпускать их. Да ну! Просто стой на свету. Ты что? Я попробую допрыгнуть до той жаровни. Чего? Расчищу путь, как перепрыгну. Если перепрыгнешь, псих. Надо пустить воду. Еще идеи? Если бросить туда факел, эту жаровню можно зажечь. Молодец. Ладно, возьми другой. Там внизу еще одна жаровня. Сможешь добросить до нее факел? Если бросить туда факел, эту жаровню можно зажечь. Молодец. Ладно, возьми другой. Неплохо. Если бросить туда факел, эту жаровню можно зажечь. Молодец! Ладно, возьми другой. Там внизу еще одна жаровня. Можешь забросить до нее факел? Неплохо. Yeah.
Там еще одна жаровня. Сначала зажги жаровню, потом прыгнем. Метка. Иди потяни за тот рычаг. Попробуем. Вот так. Только не говори, что придется плыть. В чем дело, Чарли? О, котик боится воды. Я ненавижу мокнуть. Иди потяни за тот рычаг. Попробуем. Вот так. Только не говори, что придется плыть. Я ненавижу мокнуть. Ладно, еще раз. Ладно, еще разок. Сработало. Он вертится. Теперь он должен повернуться. Вот, другое дело. Эй, по-моему, проекции должны совпасть с континентами. Давай, покрути. Ugh!
появился. Вот это да! Это, наверное, вход в склеп. Идем. Так. Так, ищем могилу рыцаря, типа той, что во Франции. Если я прав, там будет вторая половинка амулета. Это он? Да. Как тот во Франции. Обалдеть. Да, здорово. Давайте откроем. Вот и он. Что я говорил? Дай вторую половину. Ты знаешь, она... Она у Толбота. Что? Я же говорил, он напал на нас и забрал ее. А чего мы тогда корячились? Погоди. Доверься мне. Вот. Вот, видишь? Хм. А надпись целиком? Укажет нам путь в Йемене. Большое спасибо. Молодец. Да-да, конечно. Это я себе оставлю. Ладно, пора делать ноги. Ищите. Они наверняка... А, черт! Нас выследили! Надеюсь, тут есть другой выход. О, чувствую сквозняк. Сюда. Да, да, тут сквозняк. Может, это внешняя стена? Поддается. Чарли, помоги. Да. У нас мало времени. Давай, ну! Ура! Это я возьму, спасибо. Бросьте оружие. Нет, это вряд ли. Что ж, вот дилемма. Силы вроде бы равны. Ну, пока не подоспели мои люди. Подождем. О, нет. Парни? Чарли. Ах, чтоб тебя. Что ж, это меняет дело, господа. Бросьте оружие. Пошел ты! Катер, стреляй! Нет! Стой! Мы поняли. Так? Вот так-то лучше. Стреляй! Ах ты, ублюдок! Катер, стреляй! Как скажешь. Идите! Живо к башне! Пошли, пошли! Чёрт!